вот. Да ладно, хорош. Цепи сделал, короче. Не знаю. Вроде нормально, фиг его знает, парни. Подъем шли две Вольвы. Они, видать, не смогли подняться. Забуксовали. Убрали, да? И, короче, встали. Такое ощущение, что мы сейчас прямо ночевать здесь останемся на этой дороге. Так, пошел я туда. Поднимусь наверх. Там, говорят, интернета нет, но связь есть. Позвонить хотя бы домой надо, сказать, что все нормально. Так, братва, 1:23 по Москве. Мы начинаем движение. Вроде тихонечко все поднимается. С Богом, поехали. Блять, я поднимаюсь на границе, ёбаный в рот. Пускай он там и приедет. Так, слева нету. Америка идет, но мы успеем, я думаю, пройти. Единственный момент, братва, это то, что я сейчас на цепях. Я никогда на них раньше не ездил. И я не знаю, как это штурмовать на них, это все. Потому что они, я боюсь, что отлетят куда-нибудь, я их потеряю просто-напросто. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Товарищ уже пристрял немножко, буксует, стоит. На цепях проскальзывает, но идет. Проскальзывает, но идет. Стоим. Ребят, пройду, перейду по встречкам. Понять не могу, что происходит. Подняться не может товарищ. Мазик не поднялся, нифига. Все, вот идет немножечко. Блокировку, наверное, включил. Ну да, блокировку включил. Полный трешак, блин. Ребята, цепи одевают. Тоже на цепях. Встал тут такой на подъемчике, я думаю. Я тронусь, подтянул немножко цепи и вспомнил, что он мне в магазине говорил. Некоторые говорят, вот эту херню, чтобы она не выпадала, как-то еще так, я не знаю, скрепляют ее, что ли здесь что-то веревкой, проволокой, не знаю, что делать. Блин, у меня такого нет. Вот ребятам кричат по рации, что здесь некуда встать, негде встать, нет, все равно лезут. Все равно лезут. Спасение ТК-700 дорог. Идет со стороны Якутска на Тынду. Вот так вот встал. Давай, родной. Все забито, короче, братва. Я копал это все, офигеть.
Сейчас хотят немножечко рывком, короче, вытащить. Резак V8 против, в помощь Вольве 460. Давай, родной. Вольво пошел. Резак. Ой, хорош! Вот молодец, молодец. К-237 PS28 Land Cruiser. Спасибо, братуха, молодец. Все, отлично. Спасение наше пришло и встало. Смотрите, как цепи дерут. Какой слой. Цепи, конечно, это вещь, да. Но в данной ситуации в пробке и они не помогают, потому что все стоят. Давай, Андрюха, спасай наши жопы. Кто-то проезжает, я решил тоже проехать немножко. Нахер надо. Кто-то там что-то не вытянул куда-то. Сотка, ребят, сотка еще. На подъем или еще куда. Парни, кто-нибудь в сторону тенды кто-нибудь идет, нет? Тут не габарит, кричу ему, кричу. Я говорю, давай, дружище, проезжай вперед. Нет, стоит. Что стоит, хер его знает. Отдайте пока, отдайте на Якутск. Работаем пока, есть же вроде место. Вот здесь вот нашу Вольву тягали. Так, главное сейчас за прицепом посматривать, чтобы он не ушел. Тоже на цепях стоит. Вот что вот стоит, да? Что-то не продвигается, я не знаю. В канале. Скажешь, что там дальше, дружище, можно ехать, нет? Дай пройду. Да по серединке идем, тут же подсыпано. Просто на своей полосе не надо, да и все. На цепях идем. Танк. Цепочка вот эта, которая болтается. Она, короче, по крыльям бьет, зараза, надо ее как-то притягивать, не знаю, чем. Так, вот одну пломбу нашел, сейчас цепь будем зацеплять. Да, вот что? Вторая пломба. Пошли. Вот что я говорю, видишь, это она бьет. Так вот. Сейчас я ее вот так вот сюда вот пломбой сделаю. Вот это бы как-то сейчас сделать. Блин. Будем надеяться, что она не выпрыгнет. Не знаю, насколько это поможет, но лучше так, чем вообще не так. Вот так вот. И с той стороны вот такую побольше пломбочку. Кого-то тащили. Так,
Так, сколько солярки осталось? О, блин, нифига себе. Удалить примерно вот столько вот колярочки. Блин, вот это вот может выпрыгнуть. Зараза. Попробовать еще потянуть. Спускаюсь, притормаживаю, скользко. Иду на механике, вторая передача. На цепях. Цепи подвязал, чтобы остатки не били по... После мостика уже не посыпан. По крыле. По крылу. По крыльям. Чуть-чуть подразогнались, 30 км в час. Цепи просто вообще в клочья снег разносят, нафиг, вообще жопа. Внимание, горный перевал, будь внимателен, надень цепи противоскольжения. Знаки стоят. Давайте как газку немножко нам. Газку немножко поддать надо. Что там, встречка есть, нет? Блин, капец, он уже меня выдирает этот габаритный огонь. Надо, короче, останавливаться, братва. В сторону Нюрнберга пока не поднимайтесь. С Якута. Уже вот с поворота подходит. Сам пока. Дурацкая. Ну, разбегайте, разбегайте, братан. А видите, что он делает, блин, козёк. Так вот сделал, затянул ее. Это не выходит. Ничем мне тут резину не порвешь, брат, а? Вроде не должен, не знаю. Капец нахрен. Кто-то поднимается, вот пришлось сюда в карман нырнуть. Я тебя обхожу на повороте. Да тут половина стоит просто. Давай, давай, я отстаю. Давай, Мерсик, шагай, жду тебя, жду. Парни, на тынду встречка идет, нет, спускаться будем. Что там, Валера? Выйду, не выйду. Ай, блядь. Ну, блядь, должен, по идее, нахуй. Я не скажу, что такие вопросы, просто ребята на одной. А Якутск пока не спускайтесь, парни, дайте, обойду. Обойду на цепях, поднимаюсь. Что там, Валера, встреча книгу? Спускайся, нахуй, Андрюха, пробуй. Так нормально тут все. Австрийский, поднимаюсь. Ждем.
ждем, ждем, давай не спускаемся, иди на тынду, иди. Сейчас вот этот вот Мерсик как-то раз тоже помогал, но нифига, камни подкидывал под колеса. У него с одной стороны цепь была, с другой стороны нет. С другой стороны вот я камни подкидывал, нихера. Вольво на Немингре в канале, придержи маленько, там машины и пошли входом. Жду, жду, давайте, поднимайтесь. На Нюрку спускаемся, ребят. Пока не пройдешь, Союз, там забито все на подъеме. Фу, блин. Аккуратнее, Алим, там стояли, как я ушел первый, а вы за мной там пошли, посмотрите. Вот это, блин, рейсик у меня. Брат, вот это рейс. Я и рад тому, что, блин, как бы... Такие моменты вам покажу. Так, тачка, на автомат прыгнем, чтобы он переключал сам на спуск. И рад, что вам это покажу. И с одной стороны, для меня это капец какой опыт, потому что, ну, на цепях я ни разу еще не ездил. Это мой первый опыт на цепях. Ну, что сказать, привыкаю. Да, вот это, конечно, момент. Тут такие, знаешь, драйвовые прям немножко... Рискованные моменты. Че, парни, дальше асфальт у нас, да, пойдет на Нюрку туда? На местами, дружище, там еще и гололед будет. Блять, цепи стоит снимать или так? Подожди пока. Туда чуть подальше уедешь, там снимешь. Все, принял. Тот момент, ребят, когда я сам выбираю дорогу там, где есть снег и лед, чтобы ехать. Чтобы не по асфальту ехать, чтобы цепи сильно не рвать. Охренеть, даже так интересно это все. Давайте немножко ходику. Подъемчик небольшой. С этого колеса как будто бьет что-то. Надо посмотреть. И вообще цепи проверить. Все держится. Видите, она вот так вот может бах и выпустить. Подтянул, короче, вот так вот, в принципе. Вот что встает с цепью. Стачивает ее. Моментами, конечно, все равно. Видите, как стачивает.
Ладно, поехали дальше. Снял я их вообще, блин, за 3 секунды. Сейчас вперед просто отъеду, их достану. И все. Вот так вот их стачивают, друзья. Видите, какие они стоят? Была вот такая круглая, а стала такая вот как треугольничком. Все. И ту сейчас тоже. Я их просто, знаешь, так вот встряхнул. Даже по мешочкам раскладывать не буду, ну и она все равно может пригодиться. Сюда прям положу.